Все даты выхода игр указаны на момент релиза видео. Всем большой привет! С вами, как всегда, я, Дезертир. И я надеюсь, вам понравится этот небольшой ролик на тему игр, которые выйдут в апреле. Собственно, приступим к их обзору. Опять охранник был один, но вдруг с небес спустились твари. На нас они уж точно не похожи. У нас два глаза, а у них один. Решение принято. Пойдем, очистим нашу базу. Ведь тварей столько, что им числа не счесть. Пойдем простым путем. Найдем и уничтожим. Эвольф, все продолжая пожирать, готовит новые нам карты. Еда – продукт не бесконечный и нужно двигаться вперед. Чем глубже в лес, тем интересней, ведь от охотников сбежать важнее, чем их убить. Слабы мы ныне, но голод утолив крепчаем. Идем вперед и убиваем. Во тьме ночной, при свете дня, свою дорогу ищем мы, не отступив с пути, указанного верой. Dark Soul вновь порадует нас смертью и даст все эти страхи пережить. Ведь обновленный он же лучше, и графика, и все включенные в нем DLC. Переиздание пойдет на славу для тех, кто в судьбоносный бой вступил. Извечный бой за власть над миром. Сильнейший воин должен биться, отдать всю душу состязанию, мечтая победить. Но лишь одним достанется победа, другим достанется лишь смерть. Судьба неблагосклонна к ним, ведь смерть их ждет с косой наперевес. И вновь вернемся к GTA. Опять нас ожидает неизвестность. Когда он выйдет, дата есть. Но Rockstar может изменить все в одночасье, и будет ожидание вечным. Хотя нас этим и не удивишь. Привыкли мы к их переменам и грабить будем все потом. За GTA идет онлайн, и ограбления нас ждут. Мы смело в банки забегаем и, веря в деньги, грабим их. Потом потратим все до цента и вновь на ограбление пойдем. Ведь что же делать нам без денег? Нет ни веселья, ни курьез. Быстрее бежим мы все в онлайн играть с такими же, как мы. Прелестный ветерок витает, и воздух пахнет сладковато. Везде покрашены ограды, и все они красны, как кровь. Постойте, что же это? Так это кровь и есть, ведь так? А мы все едем дальше, дальше, не останавливаясь ни на шаг. Педаль мы газа нажимаем, и труп с капота вмиг слетает. Один ушел, не смог идти, осталось 9, но и они погибли, не выжил ни один.
В горах далеких на Урале давным-давно пошли в поход. Тот перевал, что был там, в честь Дятлова потом назвали. Что там произошло, никто понять не смог. Все по сей день в недоумении. Чтобы историю узнать, глазами разработчиков посмотрим. Вернемся мы в те странные и страшные края. О стратегиях все знаем и злато часто добываем. Стремимся все завоевать, заставить всех нам преклоняться. Мы власти жаждем безграничной, и нет для нас милее вида, чем смерть врага у наших ног. Заставим кровь мы течь рекою, поработив весь мир вокруг, и будем править мы над всеми во веки вечные веков. За смерть свою скажу спасибо, ведь путь мой только начался. И странствий долгих обещаю, загадок моря покорю. И тайны вечности раскрою, таящихся во тьме ночной. Мой дом лишь космос, в нем я обитаю. Мне скучно здесь, общаюсь лишь с ИИ. Но ведь в конце мы встретимся опять. А вот еще игра про зомби, ее переиздав, добавили апгрейд. Собрав все дополнения вместе и графику улучшив здесь, теперь охотиться на зомби нам станет веселее и краше все здесь будет. А главное быстрее, найдем мы место проживания и соберем запасы впрок. Нам выжить надо постараться, вот вам мой зарок. На этой веселой ноте я, к сожалению, вынужден закончить этот небольшой обзор и дать вам спокойно насладиться всеми этими играми. Уходя, хочу вам пожелать хороших выходных и не забудьте отпраздновать Пасху, это ведь хороший праздник. Всем удачи и спасибо за внимание, с вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока, ребят!